Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики, с вами Борис Борисов, и я рад вас приветствовать на канале «Семь семян». В этом видеоролике мы продолжаем праздновать наш 5-летний юбилей, и в честь этого каждую неделю во всех социальных сетях «Семь семян» проходят какие-то розыгрыши, акции, скидки, и эта неделя не исключение. На этой неделе у нас бренд «Агрохолдинг Пояс». Это просто кладезь семян, которая только может быть. Вы не представляете, какой там огромный ассортимент. Недавно я был на дне открытого поля в агрохолдинге и пробовал огромное количество томатов, огурцы, другие культуры мы там посмотрели, все это потрогали. Это, конечно, просто сказка. Необыкновенно нагруженные томаты. И это сортовой томат. Вы посмотрите, просто все облеплено, такие красивые. Сортовой томат, поэтому можно собирать семена. А это вы посмотрите, снизу доверху. Это даже крупнее, чем коктейльный томат. Это, скорее всего, какой-то гибрид, раз он вяжет постоянно. Смотрите, одна кисть, очень короткие междоузлия, поэтому очень большое количество завязи. Посмотрим, что это. Братик полосатик. И дальше тоже сорт идет. Это сорта, это даже не гибрид. Значит, стоят они недорого. Какие салаты необыкновенные просто. Такие красивые. И если вы еще не выращивали на своем участке семена от поиска, рекомендую вам это сделать. Потому что это наш отечественный селекционер. Кроме того, что они занимаются фасовкой зарубежных семян, также они занимаются непосредственно селекцией по разным овощным группам. И мы с вами голодными точно не останемся. Классные все сорта, устойчивые к заболеваниям, к вредителям. Все, конечно, на высоте. Побывал в лаборатории, когда был день открытых дверей. Посмотрел, как проходит тестирование тех или иных овощных культур на болезни. Как это происходит, все очень интересно. Поэтому серия «Вкуснотека», серия «Восточный деликатес», специальная есть серия для заготовок. Очень все это здорово. Заходите, посмотрите. Но я сегодня буду разговаривать с вами не о овощах. Это вам, как вы знаете, так скажем, затравочку сделал. Буду сегодня разговаривать с вами, конечно же, о цветах. Потому что у поиска шикарный цветы, и они также представлены в нашем ассортименте. На моей клумбе вы можете увидеть одну из самых знаменитых серий петуний, самых гигантских, которая может быть просто в мире, это петуния Tidal Wave. Шикарные расцветки. Расцветка Silver, расцветка Red Velour, Cherry. Вот вы сейчас видите на кадрах именно расцветку Cherry. И, конечно же, расцветка Purple. Есть еще расцветка Rose, но она не очень популярна, и она между Cherry как-то похожа. Эта петуния при хорошем должном уходе, при оптимальных условиях выращивания может вырасти в среднем 4 квадратных метра. Но у меня был случай, когда петуния выросла 9 квадратных метров. Понимаете, одно растение может занять целую эту клумбу. И, конечно же, это выглядит просто баснословно. Петуния данной серии очень устойчива к различным видам неблагоприятным условиям. Ветер, засуха, дожди очень быстро восстанавливается. Вот сейчас у нас уже практически середина сентября. Это Сибирь, Алтайский край, но у нас еще не было дождей. Поэтому петуния такая, знаете, очень-очень бодренькая. Но если, например, пройдут дожди и цветочки ее поникнут, что нужно сделать? Нужно ее хорошо подкормить комплексным удобрением, дать его по листу. Очень хорошо для этих целей подходит удобрение PlantaFeed с формулой. Именно эта формула очень быстренько оживит ваши растения. Петуния, расцветка Cherry. Пойдемте покажу вам, как выглядят другие расцветки данной петунии. Это сорт называется Silver, Tidal Wave Silver и Red Velour. Вот могу вам показать, что у оттенка Silver, у расцветки Silver у него очень много разных оттенков. Бывает он посветлее, потемнее. Вот здесь, наверное, более будет наглядно видно, что этот цветок, он более белый, этот более фиолетовый или сиреневый у него оттенок. Бывают еще более темные расцветки, оттенки этого сорта, именно сорта Silver. Red Velour, как правило, он всегда одинаков. У него такой вот красивый вишневый цвет. Этот сильно потрепал, а этот получше. Такой вот он, красавец. Самая яркая, самая такая, знаете, винный оттенок, бархатная. И рядом есть расцветка Silver.
У нас сегодня был сильный ветер, поэтому они такие подпылившиеся немного. Также в этом сезоне у меня растет петуния серии Easy Wave. Это расцветка Pink Passion. Очень устойчивая оказалась. Вы знаете, прям вот она такая, прям оловянный солдатик, стойкая. И вот дожди ее захлюпывали, но очень быстро восстанавливается. Вот именно серия Wave, она и ценится тем, что она очень быстро восстанавливаемая, очень неприхотливая. И поэтому получится даже у садовода-новичка. Петуния Tidal Wave. Какой объем высаживать? Если вы хотите действительно получить цветущие шары, высаживайте одно растение в объем 50-100 литров. Можно дать даже 200. А если это петуния серия опера, Easy Wave, вот Easy Wave и опера, посадите 12-15, можно даже 20 литров на одно растение. Петуния серия Shockwave, дайте им 10 литров, и они покажут, конечно, эту небывалую красоту. Вы влюбитесь в них навсегда. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю данный видеоролик. Благодарю вас всех за внимание и напоминаю, что каждый из вас, кто сделает заказ в нашем онлайн-супермаркете, становится автоматически участником розыгрыша. В середине октября каждый из вас может победить и выиграть главный приз – газонокосилку. Думаю, это будет не лишнее к будущему сезону. Ролик понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами, до новых встреч!